Здравствуйте, с вами программа «Цифры». Сегодня тема программы «Туризм». Ох, кто только не берется развивать туризм в России. Сколько форумов и конкурсов проводится, сколько дипломов и премий вручается. А ВОЗ и ныне там. Не едет российский турист по России, летит в Турцию да Европу. А ведь есть и даже у нас под боком такие места, куда уж точно стоило бы съездить каждому жителю Самарской области. Конечно, я говорю о самом красивом месте нашей области – Самарской Луке. Почти вся ее территория – это национальный природный парк. Давайте я немного расскажу о нашем нацпарке в цифрах. 50 рублей. Столько будет стоить вам посещение нацпарка в день. 17. Столько туристических маршрутов есть в нацпарке. 10. Столько экологических троп проложено. Два самых популярных маршрута, судя по количеству проданных путевок, это Молодецкий курган и Каменная чаша. 2 миллиона. Столько туристов посетило нацпарк за последний год. 33. Столько лет парку исполнится в этом году. Что новенького предложит Национальный природный парк Самарская Лука туристам в новом году? Если говорить о народном туризме, когда вы с друзьями или семьей решили провести выходные на природе и поехали в Самарскую Луку, то, увы, ничего новенького. Все инициативы нацпарка и новые объекты предназначены скорее для организованных больших тургрупп. Почему политика нашего природного парка обращена лицом к туроператорам, а не одиночному туризму, сказать сложно, но это так. Для организованных тургрупп будут предложены туры выходного дня, а также трех- и пятидневные туры, куда будет включено и экскурсионное обслуживание, и проживание, и питание. Что, в принципе, даже удобно для тех, кто хочет просто отдохнуть, не задумываясь о том, куда пойти, что съесть и где потом ночевать. Думаю, такой турпродукт найдет своего покупателя. А от лица всех туристов, что называется, неорганизованных, от лица всех туристов на велосипедах, на байдарках, пешком покоряющих просторы Самарской Луки, я хочу обратиться к нацпарку с просьбой. Сделайте побольше интересных маршрутов для нас. Да, мы не приезжаем на большом автобусе и не подаем заявку за месяц, но нас гораздо больше в сумме, чем организованных тургрупп. Мы вам будем очень благодарны. Это были цифры. До новых встреч!